И всем привет, ребят! С вами Штарванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня мы продолжаем тестировать наши новообновленные дроны. И под последним видосом, под которым мы вместе с вами протестировали замечательный дрон Механик, вы написали большое количество комментариев, а даже один из них, залайкали то, что нужно затестировать. Новый лавкач. Тот самый дрончик, который является альтернативой кризису и с которым вы имеете повышенную скорость, плюс ко всему можете прожать полную расходку. Сегодня вместе с вами мы все это дело протестируем. Надеюсь, что это, этот дрон покажет себя немножко в другой стихии, и сумеет чем-то, чем-то интересным даже удивить. Я на нем, честно скажу, сыграл один, может быть, два боя после обновления. И мне этот дрон показался чем-то, чем-то, чем-то новым. Да, то есть я даже, не знаю, удивился скорости, да, я что-то как-то... Раньше думал, что он как-то медленнее едет, да, и э, хоть и у нас там на Википедии точных статистик сейчас нету, но исходя из тех данных, которые, например, у меня есть в голове, я могу сказать, что э, ловкача апнули э, в плане того, что он теперь полноценную всю нитру работает, да, то есть, если раньше это было там 15-20 секунд, то теперь на протяжении всей нитры э, ваш... Дрон дает дополнительную быструю могущественную скорость. Идея сегодняшнего видоса такая: мы скатаем один бой на легком корпусе, дабы полетать, дабы показать максимальную скорость и то, что можно делать с этим дроном. А второй видос ой, второй видос говорю: второй э, бой сыграем на мамонте на том самом корпусе, который не совсем качественно подходит для быстрой езды, но за счет этого дрона мы сделаем торпеду и покажем, что можно творить с мамонтом, с ловкачом и с овердрайвом мамонт. Такая вот идея. На мамонте, я думаю, что пушечку вы потом увидите. Ну, а первый боечек мы сыграем на вас по фрезе. Я бы, наверное, очень сильно хотел бы сыграть, как всегда, по традиции. И протестировать все это дело в штурме за атаку. Но знаю, насколько долго придется мне пикать. И, ну, дабы это все дело не затягивать, давайте мы сыграем захват флага. Постараемся там качественно, максимально реализовать данный замечательный дрон. Ну а вам я лишь могу сказать, если вам нравятся видосы, посвященные тестам новых дронов, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Это уже будет полноценный третий видеоролик с новыми дронами. И если это вам нравится, если вы хотите видеть обзоры, может быть, даже всех дронов, После обновления, то нужно поддержать этот видос и предложить в комментариях какой-то следующий дроп. Все очень просто. Так, ну а мы уже залетели по красоте. Возвратик, доставочка. Доставочка шикарная. Даже с автопушкой чел не сумел меня слить. Я ему сейчас котлетную бомбочку дам. Давай до дома. Не улетел? Ну, улетел, улетел, улетел. Все равно улетел. Даже хоть и хотел там чуть-чуть уехать но у него не получилось. Вот, видите, как работает теперь нитра. На протяжении всего времени работы самой нитры идет дополнительный нитра с повышенной скоростью. И плюс, ко всему прочему, ну, мне даже какими-то моментами кажется, что эта скорость быстрее той, которая была раньше. Ну и я много раз говорил, что лавкач за счет того, что вы можете прожать полную расходку, да, на крейсе вы можете прожать только нитру, только ДД или только броню, одновременно вы не можете сразу несколько расходников использовать. Из-за этого ловкач актуален в тех боях, где нужно быстро залететь, там, доставить какой-то флаг, например, там, в том же штурме, да. Я моментами, ну, понятное дело, у меня кризиса нету, да, это как альтернатива. Но мне кажется, что даже моментами ловкач может быть сильнее, чем кризис в штурме, даже в захвате флаг. Но кризис, это, конечно, скорость, это тоже бешеная. Но у меня его нет на основе, поэтому сравнить прям полноценно я это дело не могу. Ладно, пока я говорил, я ошибся. Зря запушил, дал противнику доставить, а он не хочет ставить. Нужно выиграть, конечно же, катку, мы ведем 2-0. Отличные шансы на победу у нас есть. Бомбочку оппонент не поставил. Я поставил, но промазал по флагу. Делаем разворотик. Объезжаем миночки. Уходим. И у меня на респе два типа стоят. Еще один тоже с ловкачом здесь летит. Хочет меня уничтожить. Но у меня есть фриз, который дамажит, дай бог, каждому. Сколько урона вносит. Еще бы возвратик бы оформить. Ой-ой-ой-ой. За мной полет феникса. Организовывают так. Я прожал не тру, флаг скинул. Надеюсь, кто-то из моих тиммейтов замечательных подберет его. А я постараюсь сейчас через аптечку, потом через броню и через возврат сыграть. Надеюсь, что все получится. дашка у меня спадает, правда. Бомбочка прожимается оппонентом, до меня не достает. У противника есть еще и на Титане купол. Надо забайтить его на купол. Хорошо, байт удался. А вот теперь с респа, с красивой бомбочки. А, блин, нас флаг вернули. Можно вернуть флаг, я хотел сказать. А нам привозят второй, да, 2-2. Где-то я такую уже катку видел, если честно. Не помните, ребят? Что-то похожее было у нас уже вместе с вами. Когда я тоже вел на перекрестке в CTF, а потом меня начали камбэчить. Но я думаю, что это не та катка. Дежавю я не словлю. И эту каточку мы вместе с вами сейчас по красоте выиграем. Бомбочку хорошую влепил. Надеюсь. А, викинга одного унес. Так, у меня уже по расходке кулдаун. Улетаем. Улетаем, дроповую ДАшку контролируем. По-расходочка есть. Ну, и было бы неплохо сейчас флажочек кому-то отдать, опять же. И попробовать быстро ворваться, вернуть. То есть сейчас будет больно? Ой-ой-ой. Короче, -ой -ой. ковер прожал. Мои тиммейты, конечно же, не успеют, да? А, зато наши тиммейты вернули. Это хорошо, хорошо. Возврат это очень хорошо. Это отличные шансы сейчас на возврат у Харька. Давай так вот делаем. И, блин. Ну это автопушка. Ну сколько урона она мне нанесла. Ужас. Просто ужас. Так, давайте попробуем сейчас через лево разыграть. Через лево разыграть. И попробовать доставить. 3-3 у нас счет. Пробуем. Васпик за счет своего утяжеления улетает, как я не знаю кто. Ну, вернее, я имею в виду. Летит сквозь там, через танки. Расталкивает всех подряд. Блин, вот этот гром это... Это Габелла, походу. Ой, на меня еще трое вообще. Все, все на возврат. Я понял. Я понял, я понял. Наши вернули. Красавчики, красавчики. Три оппонента у меня на респе. Ну-то пушка не начала бить, я не знаю, что за прикол. Так, викинга вот этого сольем. И того викинга тоже слить было бы неплохо. Наш тиммейт увозит. Это вообще шикарно. Миночку объезжаем. Тоже на каче играет, кстати. Доставочка есть. ПП мало. Бомбочку не успел. Сейчас бы бомбочку такую бы шикарную бы дал бы. Так, ну за счет скорости я еще должен парочку флажков поставить. Тогда, чтобы все вообще залетело. Прям очень круто. Но я уверен, что в штурме, в штурме было бы намного лучше. И вот моментами раньше до этого обновления было так, что в штурме, например, там спадала нитра, и у тебя не было вот этой повышенной словкачом. А сейчас она будет полноценно всегда работать. Да, кажется, ну не такое уж и серьезное изменение, не так уж много плюсов в этом плане, да. Но бывает, 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 что вот именно вот этой вот нитры, которой не было у тебя раньше, вот этих кажется, ну, 10 секунд, да, 10 секунд, всего лишь 10 секунд. Но они будут решать очень жестко теперь. Не всегда, но такие тайминги бывают, попадаются. Так, наш тиммейт ставят? Да, но nice, из 3 3 P3, сек, у меня есть тайминг. У меня есть тайминг на доставочку еще одного. Влетаем, влетаем, хоп, поворотик. И теперь по самой быстро короткой траектории. Сюда так. Поворотик сюда. Поворотик сюда. Викинга громчик хочет улететь. Сразу викинга громчика на респик. Викарик прожимает овердрайв. И я все равно успеваю улететь. Найс, еще и бомба его. Калаш матнула. И все, доставочка 6-3. 10-10, 500 очков. Наш тиммейт заработал 600 за катку. Не знаю, что он делал. Сейчас посмотрим, сколько у него килов. А, у него 30 килов. Тогда ладно, тогда все понятно. Как-то так, как-то так, как-то так. Я могу сказать, что буст этого дрона чувствуется. И даже, даже по ощущениям, не по цифрам, а по ощущениям, сама скорость тоже стала чуточку получше. Чуточку получше. Мне нравится, мне нравится. То есть, если вы любители скорости, у вас нет кризиса, этот дрон это то, что вам нужно для того, чтобы просто по красоте навалить. Но вот теперь мы берем супер корпус. Лучший корпус. Мы берем Мамонта. Берем Мамонта. Берем Изидочку. Изидочку берем, конечно же, с вампиризмом. И идем куда? Правильно, друзья мои хорошие, мы идем в регби. Лучший режим для мамонта Изиды. И попробуем показать тот самый максимум, который можно показать с этим замечательным вооружением. Надеюсь, что у нас все вместе с вами сейчас получится. Лайк за мамонтезиду. Мамонтезида это ну просто легендарное вооружение в нашей игре, которое, ну, показывает себя. Иногда очень достойно. Вот если бы у меня был бы кризис, что можно было бы творить с этой мамонтой Эзидой, вы себе представить не можете. Но кризиса у меня нету, зато у меня есть торпедный лавкач. У меня сейчас будет еще овердрайв. И вот тогда мы посмотрим, как можно будет суетнуть. У меня есть молодой кризис на харьке, на хопере, который будет здесь тоже доставлять. Но я жду следующего. Я жду следующего. Жду следующего. Где мой следующий ложочек. О, мечочек. Ложочек говорю. Так, трави, видите, полностью ушла на КД. Я прожал мину. Можно было бы, если была бы у меня аптечка, прожал бы аптечку. И это полноценненькая, красивенькая бы нетрушечка уже бы спала с кулдауна. Так было 5 секунд кулдауна. Так, давайте вы не будете тут забирать мои мечи. Я тоже хочу что-то брать. Не только вам. Свою кабину все брать. Блин, а меня сливает уран. Уран сливает меня. Но у меня сейчас уже будет овердрайв. Немножко не повезло, что у нас кризис. Кризис здесь будет стараться все соло делать. Но у меня теперь есть овердрайв. И вот сейчас, если я подберу, и у меня не украдет хоппер. Не украдет хоппер. Мой замечательный. Ну, блин, ну не воруй, пожалуйста, брать. Не воруй. Ну не воруй. Ну хотя, хотя бы для видоса. Не воруй, братанчик. Спасибо, братик. Нет, ну братик, ну, ну, нет же, ну нет же. Ну нет же, ну зачем ты воруешь? Ну зачем? Ну зачем? Ну дай ты хоть ну бланьки поставить хоть один. Ну показать, как мама дает контенту. Ну дай, пожалуйста. Еще и зоны мечей такие тухлые. Блин, ну, ну что ж мне не дают показать то контент, который можно дать здесь, на этом супер-мега крутом корпусе. Сейчас, если он заберет еще один мой мяч, то я расстроюсь. И знаете, что пойду делать? Сейчас пойду просто на респи. Как дам контентового овера? Как полетит мой толстый мамонт. Так, ну сейчас по страховочку. По страховочку викинга оформляем. Оформляем страховочку. Думаю, что сейчас будут проблемы у моего викинга. Проблемы начинаются. И контент, контент, хороший, подбор. И полетели, 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 давай, 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 туси, 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 не тра, нетра. Не пошел, 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 кабан, кабан, кабан. Есть сюда доставочку, сюда. Хорошая. Полетела. Есть первая. Сразу 70% овердрайва. Суетнул там двух или трех с овера. А вот теперь еще одну доставочку нужно красивую оформить. Еще одну. Так, Хоппер опять там стоит. Уже готовый на подборчик залетать. Ну я думаю, что его сейчас уничтожат. Думаю, что он без шансов пойдет на респ. А вот я со своим мамонтом покажу, что можно делать. Вот так вот, так вот, так вот. И полетели, давай, 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 контент, 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 контент. Бомбочка, хорошо, сюда второй пошел. Вот, это вам не хоппер, это вам не кризис. Но это рабочий мамонт, рабочий. Рабочий конь, который дает контенту, который дает доставки, стабильные, хорошие контентовые доставочки. Так, два меча есть. Наш хопер доставил три, да, походу. Ага, опять он забирает мой. Ну, бери, бери, братик, мне не жалко. Молодец, хорош. Просто, вот знаете, вот это знаете, как называется. Напишите, как это называется в комментариях. Я бы мог сказать. Ну, не хочу. Так, едем. У нас есть пока что еще вся расходочка. Попробуем сейчас уничтожить всех тут, кто хочет налетать на моего большого толстенького корпуса. Так, давайте я лучше подожду овердрайв, чтобы на верочку залететь. Сейчас я овер подожду. Ой-ой-ой, как больно, 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 больно. Тише, 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 тише. тише. ДАшка дроповая. Берем дашку дроповую и полетели, и полетели. Суетим, 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 суетим. Давай, давай, давай. Так, 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 так. И пошел. Пошел, пошел, кабан, пошел, кабан. А, блин, вот это я, конечно, не подрасчитал, что викинг может овердрайв прожать. Это я, конечно, не подрасчитал, но получилось бы жестко, если бы опять бы викинг бы здесь не залетел. Вот, вот с мамонтом, с мамонтом, сравните мамонт и вас. И насколько, насколько геймплей становится жестче мамонтом, нежели с васпом. С васпом тоже круто, но с васпом так, такая, ну, знаете, суета, суета, что-то, что-то. А здесь уже такой прям хороший, добрый, контентовый мамонтоизит. Так, ну и у нас остался последний мяч. У меня 60% овера. По сути, если я доеду до подбора, то смогу, наверное, таки даже попытаться доставить, потому что овердрайв уже у меня будет. Летим на гусях. Хоппер опять на подборе. Но его, я думаю, что сейчас точно уничтожат, да. Его уничтожают. И вот теперь наша задача... Блин, не уйти на респ, я хотел сказать. Но, к сожалению, хоречек меня хавает. Полторы минутки еще есть. Главное, не дать ему доставить. Потому что у него что-то открывается хороший спейс под доставку. Ой-ой-ой-ой, нет, доставки нету. Ну, конечно же, Хоппер подбирает. Ну давай, лети, 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 друг мой хороший, лети. Лети, лети. Посмотрим, насколько далеко он залетит. Сейчас ему как шаф даст в эту кабину большую. Главное, чтобы противник там особо не улетел. Чтобы я сумел подобрать. Потому что овердрайв у меня есть. Все у меня есть для доставки. Осталось только залететь. И дать контенту! Давай, давай, давай! Суета, суета! Пошел, 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 пошел! Хавай, 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 хавай! И доставочку сюда, третью, хорошую, хорошую. Вот главное тайминг поймать. И главное просто сделать то, что умеет делать этот замечательный корпус. Можно использовать изиду, можно использовать другую любую пушку. Но изида это просто с вампиризмом, это та тема, которая может вам в тайминге дать нужное количество урона, плюс еще засейвить себе хп. Поэтому комбинация Мамонта и Зиды с вампиризмом с ловкащом, она становится супер крутой, супер крутой, просто максимально крутой. И дает очень большое количество положительных эмоций, мне лично. Можно играть в штурме за атаку, можно играть в регби, можно играть в CTF. Большое количество разных вариаций и возможности реализации данного дрона. Как-то так, друзья, как-то так, как-то так, лавкач чувствуется. И вот эта вот нитра, она порой, на мамонте так точно, очень актуально сейвит данный замечательный дрон. Пишите, что вы думаете, пишите, какой дрон мы тестируем следующий. Если вам это все нравится, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не, назма... не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.